Чего вы молчите? Но он проводит этот Понятно. не инструменты, а снаряжение сапера. Откатывай и отыгрывай по-нормальному. Кстати, Джеймс, а насчет этого, я там смотрел расследование, когда кто-то проводил, ну там в архиве. Там, короче, они могли садиться в машину. А почему я не могу? В машину. Это, наверное, стажер отдела был, скорее всего. А как называется эта фигня, которая определяет про ЭДС вроде. ЭДС? Датчик ЭДС, да. Напиши, пожалуйста, в Б. Датчик ЭДС. ЭДС. Датчик ЭДС. Не возле бомбы, а ты берешь датчик и наводишь его на первый провод. Проводов у тебя всего лишь три. Красный, желтый и там, не знаю, зеленый. Сначала проводишь на первый, через трай отыгрываешь, потом наводишь на второй, если на первом неудачно. Потом наводишь на втором. Если на втором неудачно, то переводишь на третий. На третьем, если удачно, то перерезаешь этот провод. Если неудачно, то пизда нам всем. Так не бывает, типа. Не так. А как? Ты уже схватил из набора датчик ЭДС. И положил, откати вот эти две строчки, которые у тебя вверху написаны, ты писал. То, что ты схватил, и то, что ты еще раз берешь его. Вот эти две строчки откатывай и слушай, что я говорю. Берет, открывает снаряжение. А, ты уже берет из набора. Достает из набора, ну, из снаряжения, из набора датчик ЭДС. Просто берет датчик ЭДС. Слэш-трай пиши и наводит датчик ЭДС на красный провод, запятая. Датчик показал результат. И в чарт отправляй. Теперь меняй на другой провод, также через трай. Наводит датчик ЭДС на желтый провод, запятая, пробел. Теперь на зеленый. Перерезай зеленый провод.
Между запятыми там надо пробел тебе было ставить, чтобы вот так не было слитно. Наводит датчик, датчик показывает результат. Показывает, не показал, а показывает. Не смотри то, что тебе в правилах Юки писал. Кусачки, а не плоскогубцы. Откатывай, пиши кусачки, а не плоскогубцы, да. Теперь подноси кусачки к проводу зеленому и перерезай. Я, кстати, себе расследование уже придумал. Молодец. Не ложит, а кладет их в набор. Но это уже придирки. Нет, это не придирки. Спроси вот у своего курсанта, коллегу. Да, кстати. Я вчера тоже так тупил. А потом, когда он показал, уже нормально вроде как. Привет, сын. Привет. Вот и все.
Чешу потом. Просто. Давайте все шепотом разговаривать. Давайте. Успокойтесь оба. Леня, выруби микрофон. Бомбу там возьми из-под стола или на столе возьми. Джеймс, я тебе сейчас в ЛС напишу вопрос, я тебе отвечу. Ага. Это же использованный макет бомбы. Вот, нормально отыграл, видишь? Зачем ты убрал и достал новый? Зачем это? Ты ж, по-моему, тоже это делал. Нет, снаряжение я не убрал. Да пофиг. Не пофиг, откатывай и назад отыгрывай дальше. Лес, когда сможешь. Пойду. Меня в Деморган кинули. Ты лавку продавал? Да. Охуя. А что, нельзя разве? Нет. Офигеть, первый раз слышу, что нельзя ее продавать. Навёв наводит датчик, не навёв.
откатывать.